Вообще хочется, конечно, остановиться, посмотреть. Я готов участвовать в чем угодно. Другое дело, что я думаю, что у вас целая очередь стоит людей. Есть наверняка очередь, но есть приоритеты. Потом да, длинный волос. Давайте номенклатуру берем. Тогда длинный волос не пойду. Ну, это пальто моего брата. Да? Мы же приносим. Если у вас что есть дома, несите, что надо выбросить. А этот, вот мы же все собираем. Ту прическу сделаем в следующий раз. Наоборот, даже еще и уберем. Да, сверху сделаем. Вот так. Вот эти усики, потому что такой секундочку. Масть если поменять. Мне кажется, вот мне кажется, хорошо. Такой, ну такой Валентин Сыров. Вот я хотел сказать, такой творческой профессии человек. Еще не я обыкновенный городской музыкант, который мечтает о большой карьере. Ну, а работает на всякий случай в ресторане. Какой красавец. О, здрасте. Нету. Ой. 17 лет. Слушайте, ну вот хипуем, да. Вот так вообще меня мама родная не узнает, я думаю. Ну, фермач. Ну, это сейчас будет очень смешной образ. Это Кот Базилио. Ничего, кстати. О, Джон Леннон. Ничего, кстати. И глаза видно, и очень стильный образ получается. Нифига себе. И другой вы совсем, давайте в этих очечках. Очень здорово. Остаемся? Ну, видно глаза, и он такой. Почему? Кстати, скажем, это позже. Это, наверное, представляете, не подписывать. 90-е вот такие очки были. Но это не страшно. Не подписывать и просто угадайте, кто это. Староват получаюсь я. Совсем уже как вот такой... Очень здорово. Да? Дело не староват, а дело в образе. Это дополняет. Пойду гляну? Да, с красным шарфом. Просто вы сейчас на себя. Мы как бы на вас со стороны. Рожгусь, в 80-х все было очень ярко. И брюки я перешивал. Я покупал дешевые брюки на пару размеров больше, да. И знаете, что делал? Здесь вспарывал, делал еще пару защипов, а к низу ушивал. И у меня были широчайшие бананы такие вообще. Ну, отлично. Точно? Помочь? Нет, точно, там не первая. Это всего таких. Еще удар не остановился. Это сейчас всех сейчас. Пис. Это было всегда, из 70-х годов, конечно. Ну, как-то 80-е, ну, может быть. Ну, вот уже такой весь милый. Все, готов, щенка. Ковыряемся. Или может вообще гитару взять в руки? Нет. Не, ну так. Так, нормально. Ее чуть-чуть в бок надо. Правда, плечика она сразу. Редкая сволочь, по-моему. Самодовольный, самоуверенный ресторанный музыкант. И не видно гитары совсем. Она... Так, хорошо. Может вот так же прям. Чтоб сразу все продать. Сюда дорого. Да, столько драк уже видел в ресторане. Уже ничем меня не удивишь. И в одной участвовал. Да, да, да. Потому что страшно вообще. Да, да, да. Ну жизнь удалась ведь. Здесь перстня такого крупного не хватало, конечно. В то время носили крупные перстни еще парни тоже. Ну что, у нас есть. Можно нарисовать, может, нет? Ну, морда огромная, конечно. Да не, ну хороший. Довольно сытый хорек. Ну, очень сытый, да. Это же не вы, это же образ. Работаю в ресторане, заказывают много музыки. Есть что петь. В общем... Есть на что жить. В целом жизнь удалась. Единственное, конечно, мечтаю о большой сцене. Когда-нибудь, наверное, там окажусь. До встречи на большой сцене. Желаю вдохновения, удачи и любви.